Привет всем! Хотелось бы мне сегодня, конечно, снять мультиплеер, поиграться в мультиплеер, но, к сожалению, у меня нет интернета, и, если честно, я первый раз играю со Steam в автономном режиме. И хотелось бы мне показать мегаполис, но, к сожалению, мы до сих пор еще не закончили наш мегаполис. Так, чуть-чуть, наброски. Так, тут зомби. Надо от них избавиться. Раз. У нас тут некоторые проблемы были, мы когда в последний раз играли, нам пришлось почти половину всего восстанавливать, потому что кто-то проехал на автомобиле, и зомби это услышали и начали грызть все подряд. В итоге было нам очень-очень плохо, потому что съели очень и очень много. Так что нужно быть внимательнее. Особенно с ползучими. Их не видно, а потом съедается половина всего вот этого со стенками, с дверьми и со всем. Ну, уже более-менее восстановили. Кстати, чё я там стоял? Я начал делать мостик, посмотрел один прикольный концепт на... Точнее, не на, а в официальной группе. И мне понравилось, я захотел повторить, еще пока не доделал, поэтому как раз сейчас я доделаю мостик. И потом можно будет смело отправиться на наш мегаполис посмотреть, который практически уже готовый. Там осталось буквально совсем мелочи. Я хочу построить еще рядышком где-нибудь еще одну будочку. И будет вообще прекрасно. Как я вижу, разработчик опять сделал какое-то обновление. Я заходил в телефон, читал там что-то. Не знаю, оно мне еще не пришло. Или пришло. Я просто не посмотрел на версию, какая у меня, 2.2.4 или 2.2.5, я не помню, переходил я, не переходил на новое обновление. Но если перешел, то тогда что-то мне это вообще не нравится и не впечатляет. Ну, кстати, вот он, мостик. Выглядит он, в принципе, тоже прикольно. Не знаю, почему здесь трава растет. Под фундаментом трава не растет, это 100%. Да, она убирается. А вот почему сквозь платформу трава растет, ну, в принципе, оно прикольно. Не знаю, сколько у меня интернета не будет, когда я смогу выложить это видео. Надеюсь, что очень и очень скоро. И жаль, что это, конечно, не мультиплеер. Итак, что же я хочу сделать? Я здесь хочу поставить стенки сбоку. Сделать что-то похожее на гараж. Большой-большой такой гараж. Ну или прятать там что-нибудь, не знаю. Должно получиться круто. Но, как вы видите, стенок очень и очень много. Рубить придется очень и очень много. Пилить тоже очень много. Так что этот моментик я, наверное, буду потихоньку опускать. Вот такой вот нежданчик. Я заглянул в рюкзак и смотрю, что теперь здесь можно помещать, что ли, в ячейку 30 штук. Или это глюк какой-то. Или это все-таки с новым обновлением. Или это чудо Элиспак. Но, по-моему, было не 30, но что-то здесь да все-таки не так. Ну да ладно. Ребят, это действительно не глюк. Теперь можно спокойно помещать 30 вещей в одну ячейку. Так, наделал я немножко стен. И знаете что? Я, наверное, в некоторых местах буду ставить полустенки. Типа как здесь. Да, отсюда не сильно удобно ставить. Главное не забыть, докуда их ставить. Здесь поставлю. Здесь поставлю. А, тут, в принципе, можно ориентироваться. Небольшие бугорки. Есть некоторые нюансы по строительству таких мостов. Я думаю, как раз там, где столбы, колонны, которые в воду идут, там будет это смотреться очень и очень круто. Просто будет шикарно смотреться. Знаете, все-таки это обновление мне понравилось. Не знаю, когда я его скачал. Может быть, в прошлый раз, когда играл, тогда оно и скачалось. Но мне это кардинально нравится. Теперь можно 30 вещей засунуть. Это не 25. То есть у вас теперь не будет оставаться какая-нибудь одна лишняя деталь. И даже там, где крафты, которые требуют по 3 каких-то детали. Допустим, та же платформочка, на которую нужно три... точнее, это платформа, на которую требуется три платформочки и один крест.
То есть теперь, если вы сделаете их 30 штук, то можете спокойно сделать 10 платформочек. И не заморачиваться, что у вас там 24, одна останется лишняя, потом придется ее либо выкинуть, либо еще что-то. Это круто. Это реально круто. Ой, застрял. Интересно, а сюда станет в столб или нет? Как сюда поставить стенку? Ладно, фиг с ней, с той стенкой. А с этой стороны я, наверное, сделаю... Так. И сделаю стенки с окнами. Не глухие, потому что глухие будет сильно темно. А вот такие стенки в самый раз. Начну я их ставить, наверное, с этой стороны. Сбегаю туда. Далеко я забежал. Не надо было так далеко убегать. Побежал за деревьями, как говорится. Так, сколько у них там? 8 штук. Значит, мне еще дальше бежать. Просто я хочу со стороны посмотреть, как это будет. Если это будет хорошо, то так и оставлю. Если не будет, то, увы, но придется покромсать. Здесь это неотъемлемый момент. Нет, это, походу, будет круто. Причем, знаете что? А, наверное, я все-таки буду ставить их через один. Так, сколько таких платформ? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Замечательно. Я буду ставить через одну, и будет это смотреться великолепно, наверное. Я искренне на это надеюсь. Во всяком случае, таким образом я хотя бы как-то сэкономлю материал. Так. И сделаю это даже с двух сторон. Так. Правильно. Так, я слышу, птички поют, пора отключить наш прибор ночного видения. К сожалению, не могу я играть сейчас в наушниках. И, может быть, вы слышите небольшие посторонние звуки. Ну, точнее, эхо от игры, которая воспроизводится на колонках. Просто в Донецке у нас неспокойно, и тут в наушниках не сильно посидишь. Там стреляют, там бомбят. Вот это интернета нет. Хотя появился на пару секунд, и потом опять пропал. Может, кстати, за эти пару секунд мне и пришло обновление, потому что, ну, 30 мест. Черт возьми, это круто. Так, это выглядит реально круто. Знаете, я, наверное, сделаю какой-нибудь сюда заезд, потому что заехать сюда нельзя. А вот если сюда поставить пару платформочек, можно будет... Ой, пару платформочек, пару фундаментов, то заехать можно будет. Как это не обидно, но сюда все-таки нельзя поставить. Ну, ладно, будет чуть-чуть немножко такой кривой. Фиг с ним. Все-таки жалко, что здесь нет лопаты. Сейчас бы она очень бы пригодилась. Ну ладно, у нас, в принципе, есть-то еще где такие ставить, так что... Нет. Сначала мы будем там ставить, а то еще собьюсь, поставлю как-то что-то криво, и будет нехорошо. Поэтому буду ставить все по порядочку. Отлично. Нет, все-таки факел — это классная штука. Смотрите, факел стоит сверху, а свет даже сюда есть. Идеально. Так, сколько мне чего еще надо? Раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. 18 стенок мне надо. Нет, не 18, 19. Я же одну поставил, одну не поставил. Ну, я думаю, здесь деревьев хватит, чтобы это все сделать. Кстати, можно на кораблик сходить, посмотреть, чего там интересного. Хотя я даже могу предсказать, что там будет. Скорее всего, я там смогу найти кирку, молоток, хаммер. Ну, зомби-то это само собой. Даже не обсуждается. Ой, ты куда прошел? Вообще мимо прошел меня, еще и укусил как-то. Привет. Так. Ты меня будешь замечать? О, патроны. К сожалению, у меня нету. Револьвера. А, пила. Ну, пила — это тоже хорошо. Но у меня есть. Так, ну, сильно нам не нужна пока что. Ах вы, козлы, лестницу. Вот смотрите, куда он пошел? Гляньте, еще и укусил меня. Лестницу кто-то съел. А нет, давайте зайдем сюда. Глянем, что в этом контейнере. А, я же сказал, кирка. А там кто? Да нет, там зомби, я туда не пойду. У него плавать вместе с ними. Я лучше еще вот этого красавчика. Сейчас кокну. Красавчик. О, морячок. Совсем плохой.
Ладно, хрен с тобой. Где, кто, куда? И ты сюда, давай, а ну давай. Давай. Опа. Так, а что это то? А, цветочки. Мне показалось, там лежит что-то такое невиданное. Ух ты, промазал. Попал. Так, 4 дерева. Ну ладно. К сожалению, не хватило тех 4 деревьев, поэтому придется бежать. Бог знает куда. Ой, капец. Да, строительство это фишка плохая. Но зато можно набить пару скиллов. Например, аутдорсмен, по-моему, так он называется. Не знаю, было меня слышно или нет за этой пилкой. О, вот это я хорошо спилил. Ну, подбирай. Ух ты, еще так повезло мне. Хорошо так повезло. Так, мне, значит, нужно еще много рамок. Почти забитый. Так, это будет 11 рамок, да? А мне нужно 18 рамок. Потихоньку будем уменьшать вес. Так, 3. Мне нужно еще 6 рамок. Боже, как же далеко бежать. Знаете, все-таки что-что, но солнце здесь прорисовано довольно и довольно круто. Кстати, неплохое место. Здесь можно будет построить вокруг этого столика как раз дом. Классно, я думал, получится. Ладно, не будем отвлекаться. Мы уже почти у моста. Подбегаем к нему. Ой, капец, совсем остров стал похож не на остров. Без деревьев, без ничего. Опустошил, как только мог. Чего, я до сих пор на острове? Прикольно. Так. Знаете, все-таки, по-моему, я переборщил с окнами или нормально. Все равно. Что мне сдается, что мне еще и не хватит. А, нет, давайте сюда поставим. Тут стоят. Значит, это теперь сюда надо. Теперь сюда. Две последние, если я правильно посчитал, последняя. Да, все. Тогда походу мне не хватит вот этих окон, что ли? Или хватит? Ладно, будем надеяться на лучшее, потому что бежать я не хочу далеко. Блин, надо теперь еще столько ставней делать. Интересно, а что будет, если к ставням прицепить факел? Если ставни открыть, они вместе с факелом подымутся, или факел останется висеть в воздухе, как он здесь это любит делать? А та-та-та! Две штуки не хватило. Бревна, бревна. Так, палочки у меня есть, но мне не хватит. Так, раз столб, два столб. Это у нас будет две стены. Потом мне нужно еще раз, два, раз, два. Где-то так. То есть это все лишнее. Блин, придется мне все равно пилить еще эти деревья. Ладно. Так, где ближе? Там или там? Нет, по-моему, если обижать аэропорт, то там ближе. Поэтому побегу я в аэропорт. Решила немного отклониться и поохотиться, потому что уже пора мне хавать. Боже, если вы видите, то тут сплошные... Нет, так хуже. То тут одни сплошные мосты. И я, если честно, не помню, есть у меня бинокль или нет. Нет, у меня нет бинокля. Но это капец. Смотрите, раз мост, который идет в Болливуд, кстати. Вот небольшой спойлер мегаполиса нашего. Потом вон еще один мост, который идет на остров с вертолетом. Вон, кстати, по-моему, вертолеты есть. Вот еще мост один, который ведет к нашей старой базе, которая скрывается за тем холмиком. Так, где-то тут костер горел. Мне бы сейчас мясо пожарить.
Отлично, даже целых 5 кусков. Живем. Сейчас сразу будем справляться. И то, и другое делать. Так, здесь заодно можно будет сразу пару деревьев спилять лишних. Так, 2 штуки съел, но этого будет мало. Здоровье не будет восстанавливаться. Так, можно подойти ближе. Не утонет, я надеюсь. Пей, набирай. Так, 7%. Ну, замечательно. Сейчас как раз и жажду утолю, и голод утолю, и здоровье пополнится. Просто фантастика. Так, чё я к вам спиной стою? Буду с улыбкой стоять. Не понял. О, у меня походу интернет есть. Может быть даже сегодня и залью это видео. Но не буду наперед говорить, потому что не знаю, получится у меня залить или нет. Вот, кстати, прикол, когда играешь в режиме офф от Steam, то нет ни улыбок, ничего нет, а тут прям и улыбки, и все есть. Так, ладно, пошли дальше работать. Здоровье, а что здоровье не увеличивается? В чем проблема? Ну и ладно, не сильно-то и хотелось. Будем... Итак, момент истины. Я надеюсь, тут не будет сейчас зомбей. Так, и машина, надеюсь, не поедет вниз. Не едет? Нет, не едет. Зомби нет? Блин, зомби есть. Уже отспавнились. Ну ничего. Теперь зомби нет. Ну, во всяком случае, тех, которые могут нам помешать. Что ж, как ездил я поверху, вы все видели. А теперь я поеду понизу. Через наш такой мнимый гараж. И посмотрим вообще, как оно будет ехать или нет. Да, замечательно. Можно спокойно проехать. А потолок не бьется. Кстати, сейчас надо выйти посмотреть. Ну, до потолка еще далеко. Тут даже БТР, наверное, проедет. Надо будет потом, кстати, пробнуть. А вот теперь еще один вопрос. Как бы сюда выехать-то? Вот с выехать-то будут проблемы. Потому что здесь, скорее всего, он не проедет. А нет, проехал. Ну, значит, отлично. Но все равно, надо тоже будет сделать что-то наподобие, как с той стороны. Такой небольшой еще въезд. Это пару минут, и сейчас это будет... Ну что ж, дорогие зрители, наконец-то я достроил эту махину. И давайте проедемся по ней окончательно. Так, ну бензина немного, надо будет потом подзаправиться. Так, первый этаж. Здесь можно сделать что угодно, хоть гараж, хоть не гараж. Но, правда, сюда не сильно, я думаю, так поместятся длинные автомобили. А именно что-то типа пожарки или этой, как его, БТРа. Но зато остальные должны вписаться очень и очень хорошо. И давайте пройдемся поверху. Да, реально круто. Мне реально нравится. Так что можно сказать, что мост завершен. Ну, не совсем завершен. Надо будет еще сделать ставни. Но ставни это делать долго. Кстати, надо сейчас приблизительно хотя бы подсчитать, сколько тут чего понадобится. Так, это 24 рамки. И... Сколько это? 48 получается болтов, да? Сначала мы из рамок и болтов получаем двери, а потом еще раз из болтов получаем эти, да? Получается 48 болтов. Но болты у меня есть, рамок. Рамки в принципе не проблема, 24 штуки, но не в этом соль, как говорится. Давайте-ка поедем, все-таки я вам немножко покажу, похвастаюсь мегаполисом. О, черт. Да, ну такое бывает, очень часто бывает. Так, значит, заезжать я далеко не буду, сейчас я буду здесь потихоньку ходить. Нет, можно еще проехать. Да, вот как раз собрать зомби всех возле заправки. Да, отлично. Потому что здесь мне есть что терять. Так, вот еще один пришел. Ой, еще один приплыл. Так, ну замечательно.
Давайте мы сейчас по-быстренькому обежим весь город. Я надеюсь, это реально будет по-быстренькому. Прыщ-кыш. Ну, как я понял, я их уже всех перебил, да? Значит, можно сесть в автомобиль, и я вам сейчас, не знаю, если получится на этой колымаге заехать наверх. Я надеюсь, что у меня получится. Чтобы показать, что выстрел такое интересное. Так, разворачиваемся. Заехали. Ху-ху. И сюда мы заехали. Вообще классно. Короче, что я вообще тут натворил? Я натворил вот такую своеобразную дорогу над дорогой. Как и начинал ее строить, так вот и закончил. Мы решили не делать ее толще, просто сделали на поворотах чуть больше пространства. Объединили некоторые домики, то есть теперь можно очень легко слезть на какой-либо домик, поставили лестницы, так что здесь будет просто шикарная песочница для тех, кто хочет пострелять. Можно залезть на этот дом, ну, на некоторые мы еще не делали лестницы, но это все в скором будущем. Так. Приеду, сейчас здесь где-нибудь остановлюсь перед домом. Все, отлично. Теперь надо слезть, потому что... Я слышу, там кто-то что-то уже пытается грызть. Черт возьми. А ну пошел вон. Еще один пытается бежать. Хорошо, что он застрял. Иди. Да, вот все-таки первая наша база была... Ах ты тварь такая! Первая наша база была в этом плане получше. Наша база стояла вообще на отшибе, где-то хрен знает где, откуда они взялись. Я же их буквально, ну, только перебил. Решил вам рассказать, тут показать, похвастаться и все. Опять, гляньте, смотрите. Что за наваждение? Ну, короче, вообще печаль, беда. Ну, зато все целое. Место здесь, конечно, крутое, да, я согласен. Построить здесь хибарку, тут он и огородец такой нехилый есть. Вообще, короче, все круто, мне нравится очень. Тут он самый натуральный дворик такой четенький. Сюда можно залезть. Вот, платформу забыли одну убрать. Ну, ничего, уберем. И вот там я где-то планирую подальше от этого построить крепление. Блин, опять. 5. Опять кто-то что-то заметил. Чё ты ползёшь? Ну, сгинь отсюда. Да. Пойдем так. Вон, спавнятся рюкзаки всякие. Прикольные вещи. И где я буду строить халабуду? А давайте-ка, наверное, вокруг вот этого дерева и будем строить нашу халабуду. Я думаю, будет прикольно. Даже очень. Построил я уже вот такой вот фундамент. Кратко объясню. Это будет большой один гараж. Это будет именно жилое пространство. 3 на 3. И здесь получается еще один гараж такой просторный. Ну, а здесь немного не рассчитал. Будет дерево. Значит, здесь сделаем типа беседки. Что-то такого. Либо что-то наподобие мастерской. Не знаю. Будет прикольно. Наверное, дерево будет посередине стоять. Я не знаю... Классно будет. Вокруг него сундучков понаставляю. Будет прикольно. Так, давайте я вам все-таки покажу более подробнее, чего я там еще настроил, а то так и не получилось мне объяснить несколько минут назад, потому что тут все кусали, грызли, пытались что-то сделать. Сейчас вроде здесь еще пока никого нет. Так, здесь можно открыть. Да, откроем. Это такая небольшая лачушка, так временно. Вот это что-то типа подсобки. Это, как и говорил, огородец. Выглядит неплохо. Мне даже нравится с вот этими вот ящичками посередине. Тут даже кое-что чуть-чуть подсадил, чтобы было что пожрать. Это второй этаж. Да, я мастер ставить лестницы, знаю. Такое бывает. Тут окно. Здесь одна большая такая Т-образная комната с выходом сюда. Здесь балкон. Кстати, здесь домик каменный. Я не знаю, поспешила, наверное, там сделать все из дерева. Может быть, чуть позже я сделаю каменные столбы и займусь каменными стенами. Но не знаю.
Честно, не знаю. Я думаю, наверное, построю деревянный, потому что каменный у нас как бы есть такой один нехилый, а это будет деревянный. Или если можно, я не пробовал, можно ли ставить каменную стену между обычными деревянными опорами. Так, доски есть. А знаете что? Давайте, вон там камень валяется. Мы попробуем скрафтить стену. Гараж с окнами будет или без окон? Это знаете что? Давайте его сделаем без окон и куда-то сюда как раз попробуем поставить стену. Будет круто, если она встанет. Момент истины. Да! Круто! Супер! Фак! Нахер! Это будет круто смотреться. Я ее даже поставлю. Жесть! Реально, это супер, это вообще круто. Комбинированная такая фигня. Хотя, мне кажется, наверное, надо было столбы делать каменными, а стены деревянными. Ладно, пофиг, и так круто. Меньше деревьев, больше камней. Камней здесь, в принципе, тоже уйма. Если нет, вон тот остров можно съездить. Не зря ему ставил. Так, значит, что? Вот тут будет дверь. А вот тут. А тут ничего не будет. Тут глухая стенка будет. Да. Это круто. Это реально круто. Или дверь не тут сделать, дверь внутрь дома сделать. Тогда это будут тупо глухие стенки. Нет, это реально жесть. Класс. Значит, будем делать комбинированный дом. Так, здесь надо гаражные двери понаставить. Ой-ой-ой, сколько же делать, сколько же делать? Ага. Чего я там еще не рассказал-то? Отвлекся, побежал попробовать сделать. Давайте-ка залезем наверх. Так, пройдемся немножко. Я вам покажу, где там чего, где там лестницы, где там еще что. Почему я говорю пройдемся? Просто когда я это все дострою, то вас будет ждать небольшой сюрприз. Ну, точнее, для кого-то это будет очень большим сюрпризом. Это так, заранее небольшой спойлер пускаю. Так, ну в общем вот, вы видите, тут есть лесенка на милицию, полицию. Короче, к ментам есть. Вот я думаю, надо на хавчик сюда засунуть лестницу, сделать выход. Жалко, что флажок не тавошится. Кстати, что там валяется? А, молоко лежит. Стоп. А, тут бочка. Мне показалось, там уже зомби стоит. На мясо можно лестницу сделать, с двух сторон как раз сделать, чтобы можно было слезть на мясо, а с мяса можно было слазить на землю. Причем можно там фишку сделать, поставить песочные блоки, а на песочные блоки поставить лестницу, если вдруг она не будет доставать до земли. Так что это круто. Так, давайте сейчас дверь поставим, и на этом, наверное, я закончу вторую часть мегаполиса, и уже в следующей серии, наверное, я надеюсь, что у меня будет интернет нормально работать, и я поиграю в кооператив и сделаю уже окончательно дом. Так будет просто быстрее. Перегоню, наверное, сюда все автомобили, потому что это такой самый прикольный, как по мне, город. Здесь есть абсолютно все. Хотя нет, вру, здесь нет аптеки. Но до аптеки тут недалеко. На воинской базе там часто спавнится всякая ерунда интересная в плане лекарств. В принципе, там недалеко и мост Конфедерации. Здесь, точнее, недалеко. А хотя здесь еще и пару мостов я построил к своей бывшей лачуге, где у меня тоже куча медикаментов лежит в сундуках. Поэтому место это крутое. Серьезно. Нужно это достроить, и будет вообще класс. Я наконец-то закончу строительство и, наверное, начну заниматься другим сервером, потому что этот, если честно, уже потихоньку начинает мне надоедать. Вот здесь уже все сделал, все собрал, уже даже некоторых вещей по 3, по 4 штуки. Поэтому, в принципе, не стесняйтесь, пишите мне, я, может быть, буду играть с вами, может быть, будем играть в кооператив еще с кем-то, и я с радостью буду вам отдавать вещи, которые мне не нужны. Так что всего хорошего, следите за следующей серией, ну, когда я выложу эту, я вообще, в принципе, не знаю, когда я ее выложу, но когда я выложу эту серию, то, скорее всего, на следующий день я выложу следующую. Так что следите за тем, как мы достроим эту лачугу. Заранее скажу, скорее всего, она будет двухэтажной, может быть, трехэтажной, но я еще посоветуюсь. Так что всего хорошего, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии. Пока-пока!